Добрый день всем! Рада приветствовать вас на канале Миления Кулинарные Рецепты. Сейчас я буду готовить вкусный торт без выпечки. Этот торт будет желейный и со вкусом лайма. Все ингредиенты, которые нужны для торта, я вам дам список на экране. Сейчас мы начнем готовить торт. Нам нужен творог. Вот он здесь. К творогу мы добавляем сметану или йогурт. У меня сметана, можно заменить йогуртом. Добавляем сахар и взбиваем блендером до однородной массы. Вот такая взбитая пушистая масса у нас получилась. Сейчас нам нужно измельчить сухое галетное печенье в блендере. К измельченному печенью добавляем растопленное сливочное масло. Крошка с печенья у нас готова. Так, сейчас мы отставим в сторону на минутку. Значит, нам нужно молоко, и в молоко мы добавляем желатин. Если у вас желатин имеет крупные гранулы, значит, нужно его залить молоком в начале приготовления торта. Отставляем в сторону. Разъемная форма. На донышко я положила пергамент и соединила форму. Вот так я сделала. Накрыла ее и соединила. На дно формы мы выкладываем крошку с печенья и расправляем тонким слоем. И сейчас я стаканчиком утрамбую. Лопаточкой обязательно поправим краешек, чтобы он был ровненький. Потому что если край будет лохматый, так и на тортике будет он лохматый смотреться. Форму отправляем в холодильник до того времени, пока мы подготовим основную массу. Сейчас мы в отдельной посуде будем взбивать сливки. Добавляем совсем немного сахара. Взбиваем до устойчивых пиков. Так, сливки взбили, отставляем в сторону. Желатин у нас набух, и мы его подогрели в микроволновке. Образовалась вот такая желейная масса. Сейчас мы сюда добавляем немножко творожной йогуртовой смеси, сметанной. Соединяем с желе. И только потом тоненькой струечкой будем вливать в основную массу. Добавляем 1-2 столовые ложки лимонного сока по вкусу. И сейчас добавляем взбитые сливки. Взбивать не нужно, нужно просто размешать хорошо. Размешиваем до однородной массы. Так, полученную смесь выливаем в форму. Отправляем в холодильник ориентировочно на час-два. Да. Попробуйте пальчиком. Если пружинит, схватилось, значит будет достаточно. 2 стакана холодной кипяченой воды и желе. Желе лайма. Высыпаем и оставляем для набухания. Вот такое желе. Прошло буквально полчаса. Оказалось достаточным. Посмотрите, у нас желе сформировалось. Сейчас мы добавляем сюда слой желе лайма. И отправляем в холодильник для полного застывания. Так, торт наш застыл. Сейчас его достала из холодильника. И по краешку торта я прохожу острым лезвием ножа. Отделяю его от стеночки. Прорезаю. Сейчас я торт аккуратненько перекладываю на блюдо. Вот такой замечательный желейный торт. Очень вкусный, нежный у нас получился. Вкус необыкновенный лайма вместе с лимоном. Готовьте на здоровье, наслаждайтесь, радуйте своих близких. Это очень и очень вкусный торт без выпечки. Всего доброго. Спасибо всем, кто подписался и поделился со своими друзьями. До новых встреч и ждите новых рецептов.